По-быстрому выносим того снайпера. А, собачки на меня не смотрят. Ну хорошо. Самое забавное, что у меня ничего нет. Кроме канистры улучшения превращений. И куда мне ее тратить? Ну я даже не знаю. Ну давайте в рециркуляцию энергии. А, стойте, это дверь, что ли? Вау, никогда бы не подумал, что это дверь. Ну, я подумал. Я просто случайно разглядел. У меня нет верного кода, отлично. Бежим дальше. Снова собачки. Вторая собака обошла первую и пошла дальше. Умная собака. А какие у меня цели-то? Отмени запуск ядерной ракеты. Ну хорошо, сейчас я остановлю своими руками. А, я так полагаю, это шахта. А нужно мне идти вот сюда. Да? Нет? А, вон там есть какая-то дверь. Эй, полетели! Хе-хей! Ладно, проехали. Да ладно, и здесь закрыто. Why'd they change the codes? Howard Strong. They want his group to have exclusive access to the silo. Always trusting civilians. Look where that guy. Собачек больше не существует. Я уничтожил последние. Последних особей. Two words. New York City. Nah, электрической энергии почти не осталось. Those Page. He hands over an entire operation to an opportunist like Howard Strong. I would watch what I say about Bob Page. Они, мол, увидели, это что за хрень там высовывается. Так, а как мне обойти-то получше? Вот так, что ли? Оу, я не попал. Я просто так напуган был, что не попал. Слушайте, я не знаю. Использовать отмычки, что ли? Мне еще дали коды, видимо, коды отмены. Какие? А что мне за коды-то дали? Код ракетной шахты 8456. Сначала мне до нее надо добраться. Так, у меня отмычек хватает, да? Хватает отмычек. Там никого нет, не. Ну и ладно. Вообще-то можно было и взорвать. Отлично, я деревянную дверь открыл отмычкой. О, господи. Как вообще... Стойте, там робот? Уа. Как вообще можно... ракетную базу закрывать деревянным забором. Я не попал. Попал. Робот сам взорвался, мужики. Нет, это не я. Aim for the head. Я ж не думал, что они так все хорошо слышат. Абсолютно ненужный снова дроп. Ну, а это чё? Металлодетектор? А? Нет? Ну, ладно.
О! Мой друг! Окей. И чё это? Почему не могу зайти? А, дверь завалена. Окей, а как мне тогда туда зайти? Ага, там наверху дырка есть. Уа, еще один робот. Уа. Еще минус один. Пошел нахер. Думаю, это мне уже не нужно. И так всех вынес. Кроме робота. Робот-то пусть живет. Робот-то лучше всех этих скотин. Робота жалко. Окей. О, не падай. А, я думал, можно их отсюда снять, можно. Не. Снова тачка без ничего. Как, наверное, какие-то китайцы берут и выкрадывают двигатели, а потом дублируют их где-нибудь на своей базе. Вот это что? Меня сейчас робот догонит. Иди, робот. Тут сюда нельзя. Нет, можно. Уии, аптечка. Этот парень сидит, как бы взрывов не слышал. Отмазывается. Я их не знаю. Я их не знаю. Мужик, я не буду бить инвалидов. Стой, дай мне похаря. Дай мне похаря, да! Да, дай мне похаря, не хочешь, ну... Ух ты, он. Он получил электрический заряд в мозг. Картина рандомного говна. Что? Смотрите, тут дыра. Наверное, здесь можно было проломить дыру и всех нахер вынести. Ключ к рецепту грузовика добавлен база на ключей. Какого грузовика? Окей. Не понял. Могли бы ключики дать от двери, конечно, но ладно. Только я вот не совсем понял, как мне подняться наверх. Наверное, какую-то дверь опять пропустил, да? Нет. Да. Ага, еще и люк здесь. А по рецепту какого грузовика? Вот этого, что ли? Да, видимо, от того грузовика. Да. Головой стукнулся потолок. Наверное, было больно. Только представьте, сидит, поднимается человек по лестнице и стукается головой постоянно. Обверх ее. Нифига тут добра-то, еще там что-то есть. Ух ты, нифига. Бесполезно. Че? Пустой ящик? Ага, аптечка. Мини-кубик, иди сюда. Кубик сын. Или кубик доча. Хотя...
Если бы девочки были такими кубиками... нет, лучше бы такого не было. Ну и... Давай танцуем лезгинку! Ладно. С этого модификатора не добраться. Может, с другой стороны открыть? Не-е-е. Где робот? Фак! Так, где я сохранялся? Да, пожалуй, я не буду отсюда вылезать и открывать этот чертов. Как его, грузовик? Потому что там ничего интересного внутри нет, кроме аптечки. Или аптечки там тоже нет. Но я пойду лучше сюда. Опять синдром Гордона Фримена. Как всегда. Ой, я похоже сейчас вылезу просто сверху. А, нет, куда-то я вниз ползу. Ну, наверх-то мне не нужно, наверное, я думаю. Да, там выход. Выход, который был блокирован. Который нельзя было открыть. Даже поковырявшись в носу и сказав: «Симсалабим, откройся, да?» «Сющий, да, это военкомат, открывай!» Или... Это Это стриптизерша Маша и Валя. Хотя нет, какие-то стриптизерши, это какие-то... фермерши, что ли. Нет, я ничего не имею в виду, ничего не имею против имен Маша и Валя, но... Ну, блин, для стриптизерш не должно быть таких имен. Что я заикаюсь сегодня? Наверное, у меня мыслей просто много. Кому мечом по голове? Ничего. Блин, тут такие развилки. Я думал, может, карта какая-нибудь есть. Так, launch command. То есть, командировать запуск отсек, ракетный отсек. Вроде бы так переводится. Мне что-то как-то... А, там лазерные лучи. Ну, у меня 7 мультиинструментов, так что... Чё варится-то? 3-то можно потратить. Это вам не 300 баксов отдавать за коллекционное издание какого-нибудь говна типа World of Warcraft. Фак! Кто знал? Дерьмо. Я не успел переключиться на винтовку, но кто знал, что он там? Я же не знал, что он там. Окей. Знаете что? Его, наверное, тоже вынесло. Он такой говорит: «О, цель обнаружена!» Все. Вот его диалог. Не позавидую тем людям, которые будут озвучивать этого персонажа. В экранизации, возможно, хотя нет. Какая нахер экранизация? О чем я? О чем я вообще? Еще один! Так, стоять! Блин, он так долго заряжает новую гранату.